сегодня вот я хотел бы доказать теорему Жордана внезапно. Вот теорема Жордана. Но я думаю, формулировка всем известна. В одной из версий она утверждает, что если мы возьмем непростую замкнутую круговую плоскость, ну то есть, в общем-то, узел плоскости, непрерывный образ окружности при вложении окружности в плоскость, тогда нульмерная приведенная гомология 2 минус c изоморфна z. Но другими словами, дополнение к c имеет ровно две компоненты связанности. Это эквивалентное утверждение. Но, значит, обычно... Ну, что требует от положения? Непрерывность и эффективность? Да, да. Вот у нас есть f из окружности плоскость, а c – это образ. Ну, и это просто непрерывное, неэффективное отображение. Вот, значит, ну, часто теорему Жордана доказывают какими-то такими хитрыми геометрическими построениями, какими-то умными разборами случаев, ну, там по-разному бывает. Много есть разных простых доказательств теоремы Жордана, но, по-моему, они все сложные. Вот. А с моей точки зрения, это чисто алгебраическая теорема алгебраической топологии. И вот, собственно, я это хочу объяснить. Но, к сожалению, мне кажется, это малоизвестная вещь. Ну, не знаю. Вот. Но на самом деле, значит, зачем нам все это нужно? Ну вот, в следующий раз я собираюсь доказать вот, анонсированную теорему о том, что существует... Ну, давайте я напишу. В прошлый раз я уже писал, значит, существует двухкомпонентное сцепление. Снова здесь непрерывное, неактивное отображение. Не эквивалентное. В частности, не изотопная. Никакому кусочно-линейному. Вот, ну, значит, вот направление этой теоремы. Вот желательно вычислить вот такую вот группу. Если у нас теперь есть отображение, ну, будет так большое, из окружности в R3, вот уже настоящий узел топологический в R3, не в плоскости, а в R3. Ну и тоже как-нибудь образ можно обозначить. То вот есть такая группа H1, H, да, вот здесь тоже, но здесь не важно, как писать, вверху или внизу, но мы и так вычислим. Вот, а здесь вот уже будет важно, что надо писать вверху когмологии. Да, ну тут вот лучше S3, но это, конечно, для одномерных когмологий не важно, но уже S3 минус K, ну тоже, значит, это Z. Вот мы хотим вычислить эту группу. Это нам понадобится для доказательства этой теоремы. Но как именно понадобится, я, может быть, в конце сегодняшней лекции успею сказать. Ну вот пока что такая вот цель. В общем-то, вот это наша основная цель — вычислить эту группу и заодно вот докажем теорему Жордана.
Вот. Ну, значит, чтобы это сделать, я собираюсь определить гомологию Стинграда, но заодно по гомологии Чеха для компактных подмножеств Евклидового пространства. Вот. Ну, а чтобы их определить, нужно напомнить гомологии с компактным носителем и ну, такие бесконечные гомологии по-разному называют. Гомологии второго рода, можно так сказать. Гомологии и когомологии второго рода. Ну, вообще, конечно, может быть, эта тема всем известна. Нет? Ну, значит, вот пусть у нас есть клеточный комплекс, как его назвать лучше, ну, X, наверное. Но можно считать, что это CW комплекс. Просто. Но тогда вот есть, я не знаю, как-то лучше. Есть у него группа цепей обычных совершенно, клеточная цепь, с коэффициентами, ну, Z, там скажем, да. И код цепи, который есть ум. Ну, тут уже же можно писать. Ну, тут, конечно, тоже. Ум из цепей. А какой? Ну, целый. Если я пропускаю, я имею в виду целый. Вот, но это, значит, комплекс. То есть здесь есть дифференциал. Но когда пишет звездочка, обычно имеет в виду дифференциал, но это тоже получается комплекс. Вот это вот надо пояснить подробнее, или это все знают? Хорошо. Вот. Но теперь, значит, вот это вот, ну, если мы говорим про группу цепей, это группа цепей изоморфна прямой сумме по всем клеткам К. Мы напишем сигму из К, ну, просто экземпляров G. Вот, а значит, когомология будет изоморфна произведением по всем клеткам экземпляров G. Значит, произведение может иметь какой угодно носитель, то есть это группа, состоящая из, ну, можно сказать, отображений из множества клеток в G, ну, или вот если у нас клетки пронумерованы, то, ну, вот можно так сказать, G сигма, да, где сигма из K. Каждой клетке мы сопоставляем некоторый элемент G. Вот. Ну, то есть, конечно, это, если так, то это функция на цепях, а вообще это функция на цепях, но если мы с точностью до изоморфизма, то это вот произведение экземпляров цепи. Здесь у нас прямая сумма, то есть, ну, значит, можно написать так, но потребовать тогда, что все эти же сигма равны нулю, кроме конечного числа. Вот. Но это обычные цепи и коцепи, я думаю, всем отлично известно. Вот, но теперь, значит, вот бывают коцепи с компактным носителем. Ну, кстати, это уже как-то не хочется все время, но пусть она фиксирована, но тут давайте напишем Z, а вот это будет коэффициент G. Вообще нам эти G сегодня не понадобятся особо. Только целые коэффициенты понадобятся. Вот, что такое коцепь с компактным носителем? Ну, вот это подмножество в коцепях в
всех, которые состоящие из таких коцепей, ну, подгруппа, состоящие из таких коцепей, которые имеют тоже конечный носитель. То есть все же сигмы, кроме конечного числа, должны быть равны нулю. Ну, понятно, да, или что? Вот, ну, значит, здесь у нас есть дифференциал в коцепях, но что будет, если его ограничить на эту подгруппу? Но вот тут уже видно, что для произвольного CW комплекса ничего хорошего не получится. Да? Но что делает дифференциал? Вот если у нас есть какая-то клетка, ну, вот одномерная, допустим, ну, у нее когранится. Нет, ну, конечно, тут может быть бесконечная коцепь, но, допустим, у нас вот коцепь с носителем в одной клетке, одномерной. Ее когранится – это просто сумма всех клеток, которые к ней примыкают, ну, со знаком плюс или минус в зависимости от индекса инцидентности. Ну, на каждой клетке выбрана ориентация, и мы сравниваем ориентацию, это дает нам индекс инцидентности. Нет, ну, конечно, это я так рисую очень специальный комплекс. Если у нас CW комплекс, там индекс инцидентности может быть и не плюс-минус единица, но если у нас клеится какая-то клетка, но нам это не понадобится, это такие сложные комплексы. Вот, значит, ну вот если у нас была коцепь с конечным носителем, мы берем ее когранницу, и он может получиться, и эта когранница уже может получиться с бесконечным носителем, если к этой клетке примыкает бесконечно много других клеток. Поэтому, чтобы такого не случилось, мы будем считать, что K – локально-конечный комплекс. Это означает ровно то, что каждая клетка лежит в границе лишь конечного числа других клеток. Вот, тогда, значит, дифференциал, ограниченный на эту подгруппу коцепей с компактным носителем, попадает, ну, если тут Cn, то он, значит, попадает в Cn плюс 1, тоже с компактным носителем. Вот. Но теперь, значит, можно взять хом из этих коцепей с компактным носителем, ну, G. Но здесь тогда Z надо писать. Коцепи. Вот здесь был хом из... Коцепи были хомом из цепей в G. А теперь мы берем хом из коцепей. Но не всех, а с компактным носителем. Но тут вот тоже вот эти цепи были как бы конечные, с конечным носителем. И здесь у нас с конечным носителем. Ну и вообще, значит, вот это разумно, потому что хом из... Так делать разумно, потому что хом из прямой суммы экземпляров Z, G, ну тут какое-то множество M, да, это будет всегда изоморфное произведение. Потому что M экземпляров G. Вот, а если вы здесь напишете наоборот, хом из произведения, ну, вообще, может быть, это и получится. Но, по крайней мере, вот если здесь... Но это случайно так получится. Вот, по крайней мере, если Z, да, то действительно, вот верно так. Здесь, наверное, что это прямая сумма. Но это очень случайно так получилось. Если вы поставите Z2, то не получится. А здесь получится.
Ну, это более-менее понятно. А почему это два не получится? Ну, за два, ну, смотрите, допустим, если m счетное множество, натуральное число, ну, что такое произведение экземпляров? Конечно, это вектор. Да, но это векторное пространство над Z2, над полем из двух элементов. И у этого векторного пространства несчетный базис. Ну, само оно несчетное, но и значит размерность, как бы у него, ну, алгебраический базис несчет. Но и Хоум тогда известно какой. Мы любой базисный элемент можем послать в ноль или в единицу. Это нам задает гомоморфизм. Но их там несчетное число, значит, это будет у нас. Это будет. Почему на Ну, я имею право посмотреть на него как на векторное пространство. Ну, здесь гомоморфизмы групп написано, но любой групповой гомоморфизм такой будет гомоморфизмом над Z2, над полем из двух элементов. В данном случае это эквивалентная точка зрения. Значит, если мы каждый вот у нас несчетный байс, и мы над каждым, значит, этим байсным элементом пишем 0 или единицу, говоря, куда он пойдет, да? Ну, получается произведение континуальное. Альф 1. Нет, ну, континуальное. Вот. Это вот именно для Z2. Для других каких-то групп там сложно. В общем, это сложный уже вопрос. И поэтому, значит, вот лучше не лезть в это дело. А вот если у нас здесь мы Хоум берем с прямой суммы, то здесь все просто. Это вот как обычно цепь с коэффициентом. Так вот, значит, ну вот вернемся к нашей ситуации. Вот у нас локально конечный CW комплекс. И мы берем Хоум из коэффициента с компактным носителем уже. Ну, можно это назвать бесконечными цепями. Вот. Ну, по-разному эти цепи называются. Цепи второго рода, локально-конечные цепи, цепи Барреля-Мура. Кто во что горазд. Ну, вот есть такие цепи. Но значит, это у нас будет произведение экземпляров G снова по всем клеткам. То есть на каждой клетке написан элемент группы. Вот. Ну, а дальше мы, значит, можем взять, как обычно, ну да, что тут с дифференциалом. Ну, в принципе, вот этот Хоум, он дает нам уже дифференциал, а двойственный дифференциал автоматически здесь возникает. Но если его написать во внутренних терминах, но можно это сделать так. Ну вот здесь у нас есть какая-то бесконечная цепь. Да, можно ее написать как сумму каких-то же сигма по сигма плюс к. Но это вот уже, вообще говоря, бесконечная сумма формальная. Ну, не знаю, сумма. Это что ли сумма? Не очень. Вот, какая у нее граница? Ну, мы просто берем, ну, вот тут уже надо писать сумму границ всех этих для сигма. Вот так вот. Написать.
Но эта сумма, на первый взгляд, какая-то бесконечная сумма. Но вот если комплекс у нас... Ну, давайте посмотрим, значит, что здесь происходит. Вот это у нас бесконечная цепь. Но, да, комплекс у нас локально конечен. Вот. Но теперь, значит, у каждой клетки, ну уж конечное число граней. Значит, для каждой клетки здесь написано некоторое конечное число. Но это вот, конечно, как-то можно написать в виде h сигма, где сигма из k. Ну, как написать? Вот, ну, может быть, лучше здесь там написать. И вот мы берем клетку tau. Посмотрим, какие клетки на единицу большей размерности к ней примыкают. Ну, да, здесь, конечно, сумма-то, вот мы должны фиксировать какую-то размерность n, дать все это только по n-мерным клеткам, да. Но а вот здесь уже они будут n-одномерные. Да, вот значит берем n-одномерную клетку и смотрим, какие n-мерные клетки к ней примыкают. Их конечное число, поэтому вот можно просуммировать вклады вот границ этих клеток. Это будет конечная сумма для каждой там. Ну вот такой дифференциал. Вот. Ну, дальше, вот, значит, можно, раз есть дифференциал, можно говорить про циклы, границы и гомологии. Ну, так, наверное, тоже это называют. Да. Вот другие говорят гомологии второго рода, гомологии Борреля-Мура, локально-конечные гомологии. Все это одно и то же. Ну, по крайней мере, для клеточных комплексов. Вот. Ну, что это означает геометрически? Ну, на самом деле, очень просто. Ну, вот есть у нас какой-то это бесконечный комплекс клеточный. Ну, где-то тут бесконечно много этих клеток, они, видимо, уменьшаются. Вот. Ну, а как выглядит цикл вот в этих... Как выглядит цикл в этих всех бесконечных? Ну, это просто какая-то такая бесконечная поверхность, грубо говоря. Ну, может быть, бесконечным числом ручек, но если мы говорим про двумерный цикл, скажем. Ну, конечно, значит, это не обязательно такая ложная поверхность. Это, вообще говоря, псевдомногообразие. Ну, или... Ну да, отображенное псевдомногообразие. Ну, геометрический смысл очень простой. Вот, ну хорошо. Значит, дальше. Вот у гомологии и когомологии бывают там аксиомы. И вот, в частности, есть аксиома гомотопии о том, что они являются инвариантом. Ну, если, значит, есть два гомотопии. Во-первых, каждое отображение должно индуцировать какой-то гомоморфизм на гомологиях и когомологиях. Во-вторых, гомотопные отображения индуцируют один и тот же гомоморфизм. Вот. Здесь немного иначе получается. Для когомологии с компактным носителем и бесконечных гомологий не всякое отображение индуцирует гомоморфизм, а только собственное отображение. А что такое собственное отображение? Ну, просто если у нас есть x и y, ну, вообще, хорошо, чтобы они были локально компактными пространствами, но даже можно это, ну, пусть вообще какие-то пространства. Отображение f из x в y называется собственным, если хаос любого компакта компакт. Из любого компактного подмножества y, вот. Ну, вот
Значит, здесь утверждается, что любое собственное отображение, но если теперь x и y это клеточные комплексы, какая клеточная комплекс, ну, это два комплекса, то вот как определить, ну, скажем, гомологию, индуцированную гомоморфизм. Hm бесконечность от k, n бесконечность от l. Ну, во-первых, мы наше отображение, вот оно было у нас собственное. Мы его можем трагматопировать в собственное клеточное отображение. В то время клеточная аппроксимация, если посмотреть на ее доказательства, она собственное отображение превратит в собственное. Ну и гомотопия тоже будет собственная. Вот, так что можно считать, что оно у нас клеточное. Но клеточное, я напомню, это значит, что образ каждой клетки есть объединение клеток. Или эквивалентно, что каждый остров медный переходит в медный остров. Для ВВ. Вот. Ну, значит, вот у нас есть клеточное отображение, каким образом оно индуцирует такой гомоморфизм. Ну, давайте сначала вспомним, как произвольное клеточное отображение индуцирует гомоморфизм на обычных гомологиях. Но мы берем, значит, образ каждой клетки, это конечное число клеток. Ну, оно, конечно, оно может на них наматываться там несколько раз, но если мы возьмем какую-то из этого конечного числа клеток, ну, давайте это сигма, а вот это тау, ну, и профакторизуем ее по границе. Тау – фактор по границе тау. Ну, это будет сфера. Ну, а можно еще сигма профакторизовать по границе, а сигма по для сигма. Это тоже будет сфера. Ну да, давайте, значит, эти клетки у нас будут n-медные. Значит, образ сигма состоит из конечного числа n-медных клеток и, возможно, еще каких-то клеток. Будем посмотреть только на n-медные. Вот, значит, здесь у нас тогда n-медная сфера, и она отображается на эту n-медную сферу. Но просто потому, что граница сигма не попала во внутренний стал. Силу клеточности. Ну, значит, есть степень этого отображения. Ну, и вот это нам дает для каждой клетки тау какое-то число m тау. Ну, и мы берем сумму m тау тау. И вот это будет f со звездочкой от сигма. Это обычно... обычная теория. Вот. Но, значит, если это отображение F было собственным, если оно было собственным, ну, мы можем написать похожую формулу, но здесь, да, значит, вот эта формула, она имеет смысл, потому что ну, любая цепь в обычной группе цепей, ну, ее можно представить как сумму вот таких фундаментальных цепей, имеющих носитель в одной клетке. Ну, и дальше по линейности эта формула задает этот гомоморфизм. Ну, в этой теории второго рода у нас, вообще говоря, бесконечная цепь, но мы, тем не менее, можем к каждому ее элементу применить ту же самую формулу, получится опять некоторая сумма, вообще говоря, бесконечная. Но вот, собственно, надо понять, конечная она или бесконечная. Вот посмотрим на какую-то фиксированную клетку тау в образе. Вот это у нас F, да, это вот K, комплекс L, значение. Ну вот, поскольку отображение F собственное, то в эту клетку
tau. Переходит не больше, переходит только конечное число клеток k. Сама она компактная, ее птообласть компактная. Значит, там конечное число. Вот. Ну, поэтому, ну, вот от каждой из них будет какой-то вклад m tau. Ну, можно тут еще сигму написать. Да. Вот. Это вот для, ну, для фиксированной сигмы можно было его не писать, но если мы теперь будем по всем сигмам это суммировать, то у нас, ну, вот получится сумма, но поскольку этих сигм в прообразе тау конечное число, то вот эти m сигма тау, они для фиксированной клетки тау просуммируются. Это будет конечная сумма по всем сигма из прообраза тау. И вот получится некоторое число, соответствующее этой клетке тау. Но вот это и есть наша, наша цель, которая получается в образе. Ну, то есть я тут немножко забежал вперед. Нужно было про цель говорить сначала. Вот пока что у нас вот такой был морфизм на цепях. Но аналогично есть гомоморфизм на коцепях с компактным носителем. Так. Обратную сторону. Ну, вообще-то, конечно, можно было определить вот этот вот гомоморфизм для коцепей с компактным носителем, а потом применить ход и получить вот этот. И вот обратно из этого получить этот не получится, а вот из нижнего вверх не можно. Ну, как определяется нижний? Ну, вот есть у нас и здесь какая-то коцепь с компактным носителем, но в круг уже там, не знаю. Да, мы берем просто композицию. Ну, нет. Не, ну, она определяется как обычная, только с учетом того, что все будет с компактным носителем. Да, да. Ну, вот здесь есть индуцированный гомоморфизм F со звездочкой. F, ну, да, F со звездочкой на обычных цепях. Из C, N. От К в С на Т. Да, вот, и вот мы берем просто композицию этого вот гомоморфизма с этим гомоморфизмом в G. Получается коцепь вот такая. Ну, это... Да, это всегда верно, но теперь, если эта коцепь была с компактным носителем, то и это будет с компактным носителем. Но просто потому, что у каждой клетки здесь конечное число прообразов. Окей. Ну, так что вот есть такие индуцированные гомоморфизмы. Ну, значит, как понять, что... Ну, вот, если у нас есть... Да, вот если у нас есть клеточное отображение, оно дает такой гомоморфизм. Пока что мы выяснили вот это. Собственное клеточное отображение, оно дает такие гомоморфизмы. Вот. Ну, можно, конечно, перейти к гомологиям здесь и к когомологиям здесь. Но понятно там, что они коммутируют с граничным и пограничным оператором. Давайте я не буду это проверять. Вот, значит, получаются такие гомоморфизмы на гомологиях и когомологиях. Но это пока что для клеточного отображения, собственного клеточного. Если у нас теперь то, что собственное отображение, не клеточное, но оно гомотопно, собственно гомотопно, да, ну, какому-то F3, которое уже собственное клеточное. Для этого F', ну, не знаю, F'. Вот определены эти самые F' с нижней звездочкой, F' с верхней звездочкой. Вот. Но что делать, если мы возьмем другую гомотопию,
к другому собственному клеточному отображению. Для него будут другие индуцированные гомофизмы, но утверждается, что на самом деле они те же самые. Ну почему? Ну потому что, значит, если вот есть другое, вот, ну не знаю, с крышкой, то, ну, значит, у нас тогда есть собственная гомотопия между с крышкой и в стиле. И эту собственную гомотопию между двумя собственными клеточными отображениями можно, в свою очередь, заменить на собственную клеточную гомотопию. Используя теорему о клеточной аппроксимации, мы можем эту собственную гомотопию сделать собственной клеточной. Вот. Но раз это у нас клеточная гомотопия, она дает нам цепное отображение, которое, собственно, показывает, что эти индуцированные гомофизмы одинаковы. Но тут, конечно, нужны некоторые проверки, но идея понятна. Вот. Но таким образом получается, что всякое собственное отображение у нас индуцирует такие гомофизмы. И, значит, если два таких собственных отображения собственно гомотопны, то эти гомофизмы одинаковы. Ну, мне кажется, я доказал. Вот. Но в частности, получается отсюда такое следствие, что если К, собственно, гомотопически эквивалентно L, то тогда их вот эти когмологии с компактным носителем заморфны. Ну и аналогично эти бесконечные гомологии. То есть эти когмологии с компактным носителем и бесконечные гомологии являются инвариантом собственной гомотопической эквивалентности. В частности, они являются инвариантом гомеоморфизма. Гомеоморфизм, он, конечно, есть собственная гомотопическая эквивалентность. Но в частности, это значит, что они не зависят от выбора там, триангуляции или клеточного разделения. Если мы начинали с какого-то ледра и брали в клеточное разделение. Ну хорошо, вот значит, вспомнили про гомологии, когомологии второго рода. Ну, зачем они нужны? Ну, вот, например, есть такая теорема, называется Мойсон-Панкаре. Если у вас есть многообразие, но без края для простоты, то тогда, да, ну, вот M медное. H. N от M изоморфно H M минус N с компактным носителем вот M. Вот обычная гомология многообразия изоморфна его когомологиям с компактным носителем. А обычная когомология многообразия изоморфна его бесконечным гомологии. Ну, почему так получается? Ну, вот как устроена двойственность Пуанкаре? Мы берем вот здесь цикл какой-то, мерный цикл нашего многообразия. Но ему соответствует двойственная когомология. Ну, в принципе, там можно брать вот просто этот цикл, это какая-то сумма там клеток, грубо говоря, и
для каждой из этих клеток мы берем двойственную клетку, вот наш двойственный экоцикл. Но этот двойственный экоцикл, он имеет компактный носитель, поэтому попадаем в эти когмологии. Ну, потому что наш цикл имел компактный носитель. И мы берем к каждой клетке цикла двойственную клетку. Ну, что такое двойственная клетка? Стоит ли говорить? Ну, я на идейном уровне, я не буду это доказывать, это там доказано в книжках. То есть, почему так получается? А вот здесь, если брать по циклу на нашем многообразии, но он, вообще говоря, имеет некомпактный носитель. Ну и вот если снова брать там двойственные клетки, то у нас, в общем-то, получится цикл, но вот такой цикл бесконечный, который как раз живет в этих гомологиях. Вот. Ну хорошо, если край не пуст, то как надо писать? Ну, например, ну, куда-то сюда, скажем, можно дописать край, тогда здесь его не будет. Или наоборот. Здесь его не будет, а здесь его дописать. Мне кажется, так. Ну, вот если здесь написать край, то вот у нас, значит, вот многообразие с краем, и цикл может выходить на край. Но двойственный коцикл, он уже будет нормальный, он будет абсолютный коцикл, вот он хорошо наляжет. А если здесь нету, здесь края не написано, то это значит, что мы, ну, вообще говоря, цикл может быть произвольный, но мы его можем с края столкнуть. Вот, и тогда двойственный коцикл, он будет не попадать на край, то есть мы можем сказать, что он обнуляется на краю. Ну, все честно. Вот. Ну хорошо, значит, теперь давайте определим. Да. Ну вот, допустим, у нас К какое-то компактное подмножество эвклидового пространства. Я хочу определить n-гомологии К, гомологии Стингена. Это статья Стингена 40-го года, но в 50-м году то же самое придумал Ситников, поэтому иногда их называют гомологиями Стингена-Ситникова, но, впрочем, обычно, у Ситникова были сразу произвольные метрические пространства, поэтому гомология Стингена-Ситникова – это обычно уже не для компактов, а для метрических пространств. Но нам только компактный случай, и причем еще для подмножества РМ. Бесконечно мерный компакт не будем трогать. Вот. Значит, ну вот берем наш компакт. Который лежит в эвклидовом пространстве. И берем его окрестности. Да. Ну вот, или как их назвать? Давайте так. P0, P1, P2. Значит, это у нас будут полиэдральные окрестности. P0 содержит P1, содержит P2 и так далее. И пересечение этих P-итов есть наш компакт. Вот можно всегда найти такие ледра, ну, даже многообразие. Можно считать, что это многообразие. Они открыты. Давайте сдать замкнутые. Но замкнутые окрестности тоже бывают. Да? Ну, просто окрестности обычно открыты.
некоторые называют окрестностью любое подмножество, которое содержит открытое подмножество, содержащее. Хорошо. Вот. Ну, как их, собственно, построить? Ну, например, вот так. Давайте мы возьмем какую-то, ну, я отдельную картинку нарисую. Вот у нас наш компакт в нашем евклидовом пространстве. Давайте возьмем какую-то триангуляцию нашего евклидового пространства. Ну, или даже это может быть разбиение на клетки, в общем-то, это не важно. Вот. И возьмем начало объединения всех симплексов, пересекающих наш компакт. Вот получилось по ноль. И теперь возьмем измельчение этой триангуляции, ну, например, бицентрическое измельчение, тут это пойдет. Ну, давайте я не буду рисовывать это бицентрическое измельчение. Вот. Но дальше в этом бицентрическом измельчении можно взять объединение симплексов, пересекающих наш компакт. Ну, вот как-то так. Вот получилось по один. Ну и так далее. Вот. Ну, значит, размеры диаметра симплексов полицентрического измельчения будут стремиться к нулю, хотя довольно медленно. Но тут вот важно, что у нас размерность конечная. Если бы мы что-то такое делали не в евклидовом пространстве, а в каком-то бесконечно мерном комплексе, то вот не получилось. Но в евклидовом пространстве нет. Ну вот, хорошо, значит, вот построили такие полиэдра, пересечение которых наш компакт. Теперь давайте возьмем телескоп. Значит, все это у нас происходит в РАМ. Вот. А мы теперь возьмем, как бы это рисовать. РМ умножить на луч ноль бесконечности. И возьмем здесь такое объединение. Вот это вот P0, самая большая, умноженная на отрезок 0,1. Потом следующее P1, умноженное на отрезок 1,2. Ну и так далее. И вот, значит, объединение всех вот этих вот P-итых умножить на отрезок и плюс 1. Бесконечности. Ну вот, можно его назвать телескопом и обозначить P с индексом 0 бесконечности. Вот здесь вот уже бесконечность не включается. Вот. Ну, а, значит, если тут к этому RM умножить на 0 бесконечность, прибавить вот такую, значит, бесконечно удаленную точку к этому лучу. Вот. Ну, значит, тут прибавится бесконечно удаленная копия РМ. Но можно взять замыкание этого телескопа. Тогда вот предельные точки будут в точности копии нашего компакта.
будет выглядеть. Ну, наверное, это понятно, да? Вот, то есть мы вот взяли такой телескоп, сходящийся к нашему компакту. Ну и можно ну вот мы хотим определить гомологию компакта. Но вот теперь у нас есть такой телескоп. Ну, мы можем считать, что P0 – это, скажем, большой шар какой-то. Он стягивает у нас это. Всегда можно считать без ограничения общности. Но тогда весь телескоп будет стягиваться, потому что можно его сдавить на нижнее основание, но нижнее основание не стягивает. Ну и даже вот такой пополненный телескоп вот с этим добавленным компактом, он тоже будет стягиваемым, потому что вот это сдавливание можно продолжить непрерывности на этот компакт. Вот. Ну так что, ну да, вот можно написать, вот есть у нас этот вот бесконечный телескоп, и к нему можно добавить вот этот компакт, который да, предельные точки. Но это можно обозначить P с индексом 0 бесконечность, где бесконечность включается. Вот. Ну и вот здесь вот этот вот у нас стягиваемый, в нем лежит наш компакт K. Но мы хотим определить вообще теорию гомологий. В частности, у нее должна быть точная последовательность P. Вот. То есть, значит, вот тогда получается, что Hn от K, который мы пока не определили, идет Hn вот в полного телескопа, который есть 0. Дальше у нас здесь, да, значит, Hn плюс 1 от этого телескопа, 0 бесконечности, по модулю K. Здесь граничный угол массы, какой бы он ни был, здесь Hn плюс 1 от этого телескопа. Ну, наверное, надо писать стиль, тогда уж все, чтобы, ну, это стягиваемый, но любые гомологии у него приведены равны нулю. Вот, и эти тоже равны нулю. Вот, но получается, что искомые гомологии нашего компакта K, это то же самое, что вот такая относительная группа, но которую мы тоже не определили. Вот, но эта относительная группа хороша тем, что дополнение вот этого пополненного, ну вот этот пополненный телескоп минус компакт, это просто бесконечный телескоп, который есть плеяда. Вот. И мы вот хотим каким-то образом понять, что это такие гомологии пары. Ну а давайте просто возьмем бесконечные гомологии этого плеяда. И вот это будет оно. То есть определение потому что мы его можем сдавить вниз, а по ноль мы решили, что у нас стягивает. Вот. Но, собственно, да, вот если P0 не стягиваемый, это не очень страшно, но просто можно брать все это по модулю P0. Вот здесь вот написать P0, но тут уже будет точная последовательность тройки тогда. Но это не страшно. Такой вопрос. А если как какое-нибудь приличное множество, например, многообразие компактное, то
эти гомологии будут изомологии. Да. Обычно. Да. 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 Значит, вот гомологии Стинграда HN от K есть по определению M плюс 1 бесконечной гомологии от этого бесконечного телескопа по 0 бесконечности. По модулю по 0. И вот здесь уже неважно, по 0 у нас стягиваем или не стягиваем, мы его ставим сюда после запятой. Но просто это, конечно, делать лучше, потому что если мы скажем, что по 0 стягиваемый, но можно его не ставить после запятой, но тогда мы только приведенные гомологии Стинграда сможем определить. Но нам хочется и нулевые тоже, они довольно интересны, нулевые гомологии Стинграда, но тогда надо все-таки по ноль ставить после запятой. А как вот мы перешли от той последовательности вот этому? Ну, то есть там-то по модулю К, а тут по модулю по ноль. Ну, хорошо, давайте я здесь напишу, да. Вот я вместо, я стираю тильды, и вместо тильды везде вписываю по ноль. Вот здесь по ноль, здесь по ноль, а здесь, ну, значит, К в единице по ноль. А, вот. А, нет, они еще разные. Да, да, вот как вот здесь, а P0 вот внизу. Вот, ну и тогда получается. Да, 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 извините, вот здесь неправильно получилось. Как же здесь? Здесь надо писать k в единице по 0 по модулю по 0. Вот здесь же у нас k в единице по 0. Здесь тоже должно быть k в единице по 0, но по модулю по 0. Но это ничем не хуже, чем просто HN от k. Потому что тут дизъюнктное объединение. И по 0, да, здесь тоже. Вот. Но теперь уже совсем все обратно получилось. Вот здесь вот исполнение. Гомологии Стинграда у нас оказались вот такими вот N+1 гомологиями пары, но это должны быть бесконечные. Так. Сейчас нет, нет. Это же следующий член. А, извините, извините, да-да-да. Да, вот этот нулевой, этот нулевой, да, вот этот вот. Ну, здесь, собственно, было непонятно, что написано, потому что это тоже вот компакт какой-то. Ну, а мы просто решили, что надо К отсюда выкинуть и из этого, и отсюда. И получается тогда вот такая группа бесконечных. Вот, ну, то есть геометрически, что это означает? Мы хотим, значит, увидеть какой-то цикл. Более-менее по определению левую часть, а левая часть по определению правая. Ну, нет, но все-таки тут был некоторый магический шаг вот отсюда сюда, в том месте, где я сказал, что вот эту группу ну, все же... Ну... Я о том, что как бы вот... Правая часть, она тоже не очень определена. Вот это? Ну, нет, нет. Нет, вот еще подчеркнули. Ага. Она тоже не определена. Да-да, да. Как бы, и, но вот мы поверили, то, что из этой последовательности, что правильно определять вот так. Ну да, вот здесь вот это подчеркнутое, которое не очень определено, мы ее изменили на это, потому что решили, что это нечто похожее. Ну да. Вот, ну, геометрически, значит, вот если мы хотим в этом компакте увидеть какой-то цикл, ну или давайте вот я точечку, иду две точечки нарисую, нульмерный цикл. А, ну ладно, пусть будет нульмерный. Но вместо того, чтобы рисовать этот цикл одномерный, я вот здесь вот в телескопе рисую двумерный цикл,
может быть, тот бесконечный числорубчик, но и он относительный по модулю P0 и бесконечный. Вот он сюда подходит. Вот, но, то есть, если здесь был настоящий какой-то цикл, если, скажем, этот K был многообразием, пледром, и там был настоящий цикл, ну, так я могу просто его умножить на 0 бесконечности, получится вот такая поверхность. Вот, собственно, что уже объясняет связь между гомологиями Стимрада и обычными гомологиями для случая пледров. Ну, а в общем случае, вот здесь как бы ничего нету, а есть только вот такая пленочка на единицу большей размерности. Ну, и она на самом деле может тут как-то наматываться по спирали на этот компакт, уж как повезет. То есть, ну, какого-то такого настоящего цикла может и не быть. Есть некоторые теоремы реализуемости, но вообще говоря, вот. Вот. Ну, заодно, значит, можно определить когмологии Чеха. Когмологии Чеха. Но тут, конечно, надо сказать, что Чех к ним имел не такое уж большое отношение. Тут есть такой принцип Арнольда, что если нечто названо в честь кого-то, то он к этому, скорее всего, не имел отношения. Тут он выполнит. Значит, эти когмологии Чеха в случае конечномерных компактов, вот в точности в нашей ситуации, определил по оттяге. После этого Чех через несколько лет попытался их обобщить на некомпактный случай, но у него это не получилось. Он их неправильно обобщил. Правильно их обобщил Данке еще позже. Так что это, в общем, ну, Чех, значит, не очень по делу. Он и пытался, но... Ну, значит, ладно. Тем не менее, все это называют когмологиями Чеха. И это просто одномерные когмологии с компактным носителем точно той же самой пары. Так, картинки здесь поставили закрыты. Вот, ну, в порядке замечания нужно сказать еще следующее. Для тех, кто знает, что такое прямые обратные пределы, но вот на самом деле когмологии Чеха можно определить несколько проще. Это, ну, скажем так, они изоморфны, если мы что-то определили. Прямому пределу или ко-пределу пишут вот просто одномерных когмологий этих самых по их ко-пределу. Вот. Ну, часто, значит, можно вот встретить такое определение, но в случае, ну ладно, вот у нас частный случай, в этом случае вот все так. Но, значит, вы можете подумать, что тогда гомология Стимрада это обратный предел примерно гомологии этих фаитов. Но вот это не так. Есть такая группа, этот обратный предел. Но если вместо гомологии Стимрада рассматривать вот этот обратный предел, ну, получится нечто называемое гомологиями Чеха, но это не теория гомологии. Она не удовлетворяет аксиоме точности. Вот. Но, значит, здесь есть гомоморфизм, и он сюрреективный, а ядро его называется лим-1 вот h n плюс первых вот по итах. И это значит уже вообще. Вот. Ну, так что можно считать, что гомология Стимрада это действительно вот этот вот обратный предел, но с некоторой подправкой. Вот, на производный функтор от функтора обратного предела от n плюс первых. Но, собственно, вот эта плюс единица, она подтверждена геометрически, она связана вот с этими вот пленками на единицу большей размерности. Ну, значит, это вот просто так замечание. Я бы, конечно,
был рад объяснить все, что здесь написано, но на это идет много времени. Это не понадобится. Ну хорошо, значит, вот гомология Стингрета, когмология Чеха. Ну, можно теперь сделать то, что мы хотели изначально, доказать теорему Жордана и вычислить когмологию дополнения Кузю. Нет, нельзя. Я пока не доказал корректность этого определения. Вот мы тут выбрали некоторые эти окрестности поэты, которые, вообще говоря, ну, даже если у нас фиксировано вложение нашего компакта в эвклидово пространство, то их можно по-разному выбирать. А еще этот компакт можно перевложить как-то. То есть определить-то я определил, но совершенно не очевидно, что это определение корректное, что оно не зависит от этих выборов. И вот, значит, эту независимость, конечно, надо Вот. Значит, чтобы доказать независимость, давайте докажем левому Милмана. Она говорит следующее. Если у нас есть вот такая вот картинка, значит, вот этот компакт с телескопом, и другая такая же картинка, мы этот компакт вложили, вообще говоря, иначе, взяли какие-то другие окрестности, Q0, Q1 и так далее. Они дали нам новый телескоп, Q0 бесконечности. И можно его пополнить, тоже добавив сюда Q0. Ну вот, значит, да, давайте даже считать, что вот этот компакт, это у нас не К, а другой вообще компакт L. Чуть более общую ситуацию рассмотрим. Вот, значит, Лео Милова говорит, что любое непрерывное отображение из К в L между двумя компактами, но в данном случае это конечномерные компакты, вложенные в эвклидово пространство, продолжается до непрерывного отображения, назовем его S чертой, из телескопа для К, пополненного, телескоп для L, пополненного. Такого что? F с чертой минус первый от L равно K. Но для другими... Нет, пожалуй, так. Это
можно будет так мало сказать. Это... Ну, то есть там, как бы, если КЛ, оно же не обязательно как бы отображение. Ну, для любого непрерывного отображения. Да. Ну, не обязательно же прообраз F минус первое от L равняется K. Это F с чертой. Ну, нет, но без черты. Без черты это тоже верно, потому что уж прообраз всего это вещь. Да. Да. Но да, вот здесь вот надо предполагать, что Q нулевое стягиваем. Вот, иначе не получится. Вот. Ну и здесь. Нет, ну вообще это должно быть эквивалентно. Ну, можно это написать так, что вот все же условия, которые нам понадобятся, значит, если F ограничить на открытый телескоп бесконечный, то мы, во-первых, пойдем снова в бесконечный телескоп. А во-вторых, это отображение собственное. Но тут вот так вот можно написать. Но в принципе это эквивалентно, потому что здесь, но в общем такая ли это первое утверждение. Пункт А. А пункт Б говорит, что любые два такие продолжения гомотопны в классе таких продолжений. Ну, давайте я не буду писать. F с чертой единственное с точностью гомотопии в классе таких же. Вот. Но если мы докажем эту лемму Милнера, то корректность этого определения отсюда будет очень легко следовать. Ну вот мы теперь у нас один и тот же компакт, здесь К и К, двумя разными способами вложенными, но есть тождественное отображение из К в К, и по этой лемме Милнера он у нас продолжится до отображения между телескопами. Ну, между пополненными телескопами, но можно его ограничить и получить отображение между бесконечными телескопами, собственно. Вот. Но поскольку это тождество, есть отображение в обратную сторону, оно тоже продолжится до такого отображения собственного, которое идет назад. Вот. Но поскольку это отображение тождественное, то вот такая композиция – это тождество. Вот. Но это значит, что вот такая композиция является продолжением тождественного отображения на К. А еще у нас есть пункт Б, который говорит, что такое продолжение единственно с точностью до гомотопии в классе себе подобных. Ну, значит, вот эта вот композиция, это некоторое собственное отображение из этого бесконечного телескопа в себя, и оно должно быть собственно гомотопно тождеству. Потому что вот это тождество К еще продолжается тождественное отображение. Ну и вот у нас получается, что эти два бесконечных телескопа, собственно, гомотопические эквиваленты. Вот это определение собственной гомотопической эквивалентности. Но раз они собственно гомотопические эквивалентны, то у них изоморфны вот эти самые бесконечные гомологии и когомологии с компактным носителем. Но правда, тут вот еще дописано P0,
Ну, это не страшно. Мы можем считать, что при всех этих отображениях P0 идет в P0, а P0 идет в P0. Но просто можно его, если он не идет в P0, но можно его спихнуть в P0. Там же вот мы можем, какое бы отображение у нас сюда не пришло, мы можем все сдавить вниз в P0. Ну и, соответственно, P0. Вот. Так что можно считать, что эти переходят друг к другу, и тогда вот все получается. Значит, да? Значит, остается доказать теорему Миллера, чтобы доказать корректность этого определения. Вот. Теорема Миллера доказывается несложно. Ну, давайте я тут второй телескоп тоже нарисую. Вот, значит, вот у нас есть K, здесь вот у нас L, заданный материал на отображение из КВЛ, вот это вот продолжительный телескоп. Пунктом, как оказывается. Вот, ну давайте, значит, триангулируем вот этот наш телескоп. Ну, он, может быть, если мы его вот из этой конструкции получили, то он и так триангулирован. Ну или, по крайней мере, клеточное разбиение там есть. Если вот симплекс умножить на отрезок, то уже не симплекс, а клетка получится. Ну, неважно. Значит, вот есть здесь триангуляция. Но вот мы возьмем такую триангуляцию, чтобы диаметры симплексов уменьшались при стремлении к этому К. Вот. И возьмем все вершины этой триангуляции. Можно вот их, множество этих вершин называть так, что это нулемерный остров вот этого бесконечного телескопа. Ну и прибавим сюда K. Вот есть такое множество, и его можно ретрогировать на K. Ну, действительно, мы просто возьмем любую вершину и возьмем ближайшую к ней точку K. Но если этих ближайших точек несколько, мы возьмем любую. И вот отобразим ее туда. Ну, получится ретракция. Поскольку это просто нулемерный остров. Вот. Но теперь здесь вот K пошло в L. А вот это L мы можем сдвинуть, ну, куда хотим. Просто вертикально вот так сдвинуть. Вот. И получается у нас, значит, вот такая композиция из вот этого вот нулемерного острова, вот этот нулемерный остров вот попал, ну, в какую мы захотим, вот в Q там, и в Q1, скажем. Вот, начнем с Q1. Вот, но Q1 у нас как-то триангулирован, вот, и значит, если мы возьмем вот в этом вот множестве его часть достаточно близкую к K, ну, тут вот диаметры этих симплексов стремятся к нулю при подходе к K, и это непрерывная у нас ретракция, значит, здесь образы вершин одного симплекса, они тоже оказываются достаточно близко, здесь они тоже оказываются достаточно близко, ну, вот если, значит, отсечь вот сколько-то конечное число слоев этого телескопа, то получится, что образы вершин каждого симплекса попадают, ну, может быть, не в один симплекс Q1, но, по крайней мере, в звезду какой-то вершины Q1.
Ну, то есть вот мы можем выбрать такой уровень, чтобы вершины каждого симплекса попадали в некоторые вершины. Ну а тогда в этой звезде они просто соединяются, ну, линейно соединяются, можно все это соединить с этой вершинкой, ну и вот натягивается вот этот симплекс. Ну и дальше можно вот на все эти вершины натягивать симплекс, и это делается согласованно. Ну, если где-то согласовалось, в разных звездах не натягивали, то ну, вот эти два способа, они снова соединяются в линейной гомотопии, потому что они лежат в пересечении этих звезд, которые есть звезда некоторого ребра или другого симплекса, там тоже все затягивается. Ну и вот таким образом мы получаем, что некоторые, значит, ну, за вычетом некоторого конечного количества этажей весь телескоп у нас отобразился прямо даже вот по один. И это продолжает отображение из XA в Q1, вот такое, из вот этого L в Q1. Вот. Но мы можем точно таким же образом отображать и в Q2, но тут уже меньший хвост телескопа пойдет в Q2. Вот. Ну а еще вот если взять эти два продолжения, Q1 и Q2 на разных хвостах телескоп, но на меньшем хвосте они оба определены. Можно их, значит, из Q2 спроектировать в Q1, но там они будут гомотопны, если все это сделать достаточно аккуратно. Все это там настолько мелкое, что еще и гомотопия. Можно построить, не выходя из этого гомотопии. Вот. Ну и таким образом мы вот, значит, можем взять. Ну вот у нас, значит, вот первый хвост здесь этого телескопа, потом второй хвост и так далее. Ну вот, значит, на участке, который между первым хвостом и вторым, мы этот участок пошлем в Q1 вот тем отображением, которое мы построили на первом шаге. Вот этот, значит, следующий участок, который попал во второй хвост, но не попал в третий, мы отобразим Q2 тем отображением, которое было построено на втором шаге. Ну и так далее. Ну и еще надо их соединить, но здесь, значит, надо оставить вот какой-то вертикальный кусок, и на нем вместо того, чтобы отображаться в Q2, устроить вот эту вот гомотопию, ну, с тем, что вот отобразилось в Q1. Ну, я думаю, понятная идея. Вот, значит, такое отображение из телескопа сюда получилось, и оно, вот, конечно, будет продолжать это исходное отображение. Вот. Ну, значит, еще есть пункт Б. Но он доказывается аналогичными рассуждениями. Значит, у нас теперь вот в пункте Б задано два продолжения таких. Нужно их соединить в гомотопии в классе таких продолжений. Ну, то есть у нас теперь вот такая картинка. Есть отображение из К на отрезок В. Но это просто F умножить на тождественный отрезок. Вот. Но, значит, есть еще вот этот телескоп P0 бесконечность, умноженный на отрезок. И мы его хотим отобразить P0 бесконечность. Но, может быть, тут стоит бесконечность включать. Вот приложение мы хотим построить. Но при этом на концах отрезка у нас уже задано искомое отображение. Вот это задано. Давайте нужно построить, а здесь включение, вот такая диаграмма. Вот. Ну и делается это так, вот нужно вычесть, значит. Ну вот, вот такую вот штуку рассмотреть, бесконечный телескоп, умноженный на
интервал 0,1. Вот, и его, значит, триангулировать такой триангуляцией, диаметры симплексов которого уменьшаются при подходе к K, а также при подходе к краям, вот этим, началу и концу отрезка. Вот, и, значит, вот там эти вершины этой триангуляции уже реагируют на К и вот на эти стеночки. Ну и дальше рассуждение аналогично. Хоть мы и ретрагируем уже частично на эти стеночки стакана, но все равно, значит, если мы фиксируем здесь какой-то уровень, скажем, первый, но начиная, значит, какой-то бесконечный хвост телескопа, у нас все равно пойдет сюда так, что вот вершины любого симплекса падут тут в звезду некоторые вершины всегда. При этом они могли пойти через К и Л, а могли пойти через стенку, на которых отображение уже задано. Но на стенках мы можем считать, что оно приходит куда-то выше, чем первый уровень, потому что если не выше, то мы возьмем еще более дальний хвост. Ну и здесь, значит, эти вершины симплекса идут достаточно близко, если этот хвост достаточно дальний. Ну и здесь вот все продолжается. Ну вот. Вот, ну хорошо, значит, лемму Милнера доказали, гомологии Стюарда определены, теперь можно перейти к теореме Жордана и Милнера. Ну вот, собственно, значит, двойственность Александера, из которой будет следовать то, что нам нужно, выглядит следующим образом. Вот пусть у нас x, да, ну или, ну хорошо, x, как мы называли, да, компактное подмножество, давайте эвклидово пространство, компактное. Тогда, значит, элементная гомология Стинграда, k, изоморфный, h, m, минус 1, РМ минус К. Вот здесь надо тильду поставить. Мерная по гомологии Чеха К изоморфная H М минус М минус 1 тильда РМ минус К. Вот. Но можно здесь вместо эвклидового пространства ставить сферу. Но тогда здесь тоже нужно будет тильду ставить. Вот. Но в таком виде это, значит, немножко проще доказать. Но вот давайте докажем. Значит, это сейчас будет уже очень просто. Ну, давайте я нарисую телескоп здесь. Здесь К, здесь, значит, этот P0, P1, в общем, P0 бесконечность, телескоп. Вот. Ну, значит, вот, да, давайте первый изоморфизм доказывать, он нам более интересен, а второй доказывается аналогично, в общем. Ну, вот, значит, n-мерная гомология Стинграда К по определению, это у нас n плюс одномерная бесконечная гомология вот этого бесконечного телескопа P0 бесконечности по модулю P0. Значит, вот это вот значит, в этот момент мы берем двойственность Пуанкаре для многообразий, для бесконечных многообразий с края. Но вот здесь вот уже нужно считать, что ПИТы – это не то, что пледра, а многообразие. Вот. Но можно, вот если мы их вот таким образом определяем, с помощью триангуляции, можно взять их регулярные окрестности,
во-вторых, в эксцентрических измельчениях, но, во-вторых, по отношению к текущему. И получится многообразие. Значит, вот это у нас многообразие, а это часть его края. Да, вот такого я не писал, когда у нас только часть края берется, но есть и такая гость из Пуанкаре. Значит, это тогда у нас сам этот телескоп М плюс одномерный, М плюс одномерное многообразие. Значит, здесь получается М минус М по гомологии этого телескопа, это по модулю остальной части границы. Но можно ее написать так, что это топологическая граница вот этого телескопа в РМ умножить на 0 бесконечности. Вот у него здесь есть топологическая граница, в смысле общей топологии. Ну, то есть это просто вот эти вертикальные стенки. Вот такая вот. А теперь вот это вот можно переписать по аксиоме вырезания. Значит, это когомология размерности М минус N, это обычная уже когомология. Здесь у нас были бесконечные гомологии, двойственность Пуанкаре их переводит в обычную когомологию. Здесь мы напишем РМ умножить на 0 бесконечность по модулю дополнения к телескопу. Давайте вот это дополнение к телескопу мы как-нибудь назовем узкое. Да, у это у нас будет М на 0 бесконечность и телескоп по модулю У. Да, вот это просто аксиома вырезаем. Вот. Но, а вот это R умножить на 0 бесконечность, оно у нас стягивает. Поэтому можно написать точную последовательность пары. И там один член будет нулевой почти всегда. Но если написать точную последовательность пары, или приведенную гомологию, то он просто будет нулевой. И тогда здесь получается приведенная гомология на единицу больше размерности. Здесь идет вот такой гомоморфизм, повышающий размерность М минус М плюс 1 этого У. Видео я написал. Нет, что-то не то, должна быть минус 1. Вот гомоморфизм-то вот такой вот, из этого сюда. Когограничный гомоморфизм. Но он является изоморфизмом, потому что это третий член точной последовательности пары нулевой. Вот. Ну и теперь вот у нас есть вот это вот дополнение У. Здесь у нас есть дополнение к К, которое нас интересует. Вот. Ну и есть проекция из вот этого У в дополнение к К. Просто вот такая проекция. Но я утверждаю, что эта проекция является гомотопической эквивалентностью. Но надо построить обратное отображение вот из дополнения к К вот в это вот У. Ну, а вот здесь вот, где у нас мы вычитаем P0, мы просто возьмем и отобразим вот это дополнение P0, которое здесь тоже есть. P0. Отобразим его прямо сюда, тождественным образом. Ну а дальше
Но мы могли бы, скажем, вот следующий кусок P1 минус P0, который здесь тоже есть, отобразить вот сюда. Но все-таки их надо сшить как-то, поэтому мы его отобразим с наклоном вот так. Ну, то есть возьмем здесь какую-то функцию, которая на этом 0, вне этого 1, а между ними, значит, вот меняется например, условно, там есть такая функция. Ну и вот используя эту функцию, вот построим, значит, такую вот. Ну и здесь дальше. В общем, вот, насчет дополнения, вот сюда вот так идет. Ну вот это отображение в обратную сторону, ясно, что если мы пойдем сюда, потом обратно, это тождественное просто отображение. А если мы начнем с телескопа, спроектируем его сюда, потом пойдем обратно, ну это не тождественное отображение, но оно гомотопно тождественного, потому что ну, это почти что вот деформационная рефракция здесь этого У на вот этот вот край. Но только этот край немножко сглаженный. Ну, в общем, можно построить такую. И можно будет повыше? Да, да, спасибо. Нужно я неправильно нарисовал, нужно вот так рисовать. Да, спасибо. И вот тогда можно, значит, ну, здесь вот эти уголочки. Вот так. Ну вот, значит, получается, что это изоморфно. H с тильдой m минус m минус 1 от чего? От r минус k. Это то, что мы хотели доказать. Вот. Но этот изоморфизм доказывает совершенно аналогично, но все-таки просто один к одному. Вот. Ну вот получается, значит, теорема Жордана, да, H. В любом, если, ну, скажем, используя первый изоморфизм, если здесь мы берем, какая у нас окружность, вложенная в плоскость, одномерная гомология этой самой окружности, С, она называлась у нас, изоморфна, 2 минус 1, минус 1, H0, вот, 2 минус С, значит, это Z, значит, это вот приведенное тоже Z, значит, тут две компоненты связаны. Вот, ну и значит, понятно, какие гомологии у окружности, а вот то, что в окружность вложены как компакт спиндлевский, попадает отлично. Ну, это хороший вопрос, но здесь-то просто написан вот этот компакт, который гомеоморфен окружности. А мы доказали, что наше определение корректно. Вот как раз это лемма Милнера в этом ровном месте используется. То есть вот мы, значит, у нас вот эта окружность как-то сложно вложена в нашу плоскость, и вот тут можно эти окрестности рисовать, а с другой стороны мы ее можем просто вложить в плоскость, как единичную окружность, но там тоже можно рисовать окрестности, но все они такие круги, и там вообще все всему гомотопически эквивалентно, и, вот. И там, значит, получаются обычные гомологии окружности. А там вообще может, не удастся написать. Что не удастся? Ну, можно не подобрать очень таких полетов, проектов для кривой, которые на плоскости заполнить все. Компактно не привыкли. Вот смотрите, вот было рассуждение, да? Если у нас есть триангуляция плоскости и какой-то компакт в плоскости, он пересекает только конечное число симплексов. Берем объединение этих симплексов, это как конечный компактный полиэдр. Берем более мелкую триангуляцию, там снова компактный полиэдр. И их пересечение будет наша окружность. Хорошо, а попросите меня, когда если всякие там дикие кривые. Если у вас не компактная кривая, если вы прямую отображаете плоскость, там, конечно, можете, но бывает кривая пиано. Но кривая пиано – это не вложение. Там у нее есть в некоторых точек много проводцев. Понятно. А если у вас вложение и компактное множество, то вот оно будет всегда пересечением полиэдральных окружностей. Угу.
Вот. Ну и значит для узла L3, что получается для узла L3? Значит, для узла L3 получается, что H1 вот этого узла, который снова у нас окружности, это снова Z, замотано так. H, да, H одномерным когомологием. Но вот здесь давайте напишем S3 плюс узел. Но это не важно. S3 отличается от R3 на одну точку, и эта точка ничего не изменит в этих одномерных когомологиях. Вот. Но так что вот мы вычислили вот эту вот группу одномерных когомологий дополнению к узлу. Вот. Ну, значит, зачем это нужно? Нам, зачем нам это понадобится? Ну, вообще, я не знаю, время закончилось. Можно это в следующий раз обсудить, зачем понадобится. Ну, я очень коротко скажу, что вот вообще, чтобы показать эту теорему, которую я в следующий раз собираюсь показать, ну, нужно, значит, ингредиенты Кохрана, о которых я когда-то говорил, определить для топологических зацеплений. Ингредиенты Кохрана определялись с помощью поверхности Зайферта. Ну вот возникает вопрос о поверхности Зайферта для дикого угла. Ну, вообще говоря, может быть, и не существует поверхности Зайферта для дикого узла, но вот такую гомологическую поверхность Зайферта, которая, может быть, плохо примыкает к этому узлу, мы вот все же построим на пользу этого числа. Ну, ладно, давайте закончим.